Here we are. There it is. Spinning away. Your electrical. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриал. И сегодня, друзья, пришло время посмотреть на вечный двигатель на 25 киловатт, который сделали в США. There it is. И вы не поверите, ребята, сейчас идет онлайн-трансляция в прямом эфире этого генератора, который прозрачный, то есть генератор кристалл или Earth Engine. Some of the parts, not all of them, that we make right here in house. You notice the training facility, we make several of these parts here. В общем, ребята, сейчас вы все увидите и поймете. Все ссылки оставлю, как всегда, в описании. Обязательно репостите, ребята, потому что эта штука работает онлайн, и об этом должны знать все. Итак, друзья, мы находимся на их сайте. И вот здесь очень интересным образом можно посмотреть, как выглядит этот двигатель. А здесь находятся 4 камеры, и давайте поподробнее рассмотрим, что здесь у нас располагается. Трансляция иногда подвисает, но сейчас мы все более подробно посмотрим. А как работает этот магнитный двигатель кристалл, мы будем разбирать в следующих видео. Пока что я занимаюсь немножко другими БТГ технологиями, друзья, но пока что есть возможность... Если у кого-то есть возможность, да, объяснить, как это работает, пожалуйста, прошу, напишите в комментариях, это важно. А теперь давайте посмотрим, что здесь у нас написано. Нажимаем «Перевести на русский». Первый в мире магнитный движитель работает в прямом эфире 24 часа в сутки. То есть на их испытательной лаборатории, друзья, помните, которые предыдущие видео я снимал, ссылочки оставлю тоже в описании. Можно было заметить, что они сделали вот такой прозрачный генератор. То есть тут как раз-таки сделали они его специально, чтобы все скептики, которые не верят, что такие генераторы работают, что он действительно функционирует и работает. Самое интересное, друзья, что я предотвращу ваши комментарии о том, что это лохотрон, да, ну, многие напишут, и как бы с точки зрения логики это было бы правильно написать лохотрон, но... Они этот генератор, повторюсь, не продают. То есть вы вот эту вот штуку, вот этот вот замечательный аппарат, вы его можете взять только в аренду. То есть это просто демонстрация того, что эта машина полностью функционирует автономно. У нее есть какой-то маленький запас там питания. Здесь, кстати говоря, не совсем понятно тоже, куда это все уходит. Вроде как есть какие-то проводки, а вроде как бы и нету. Ну, хотя вот здесь чисто система так устроена, что вот верха, к сожалению, не видно. Хотя нет, видно все вот здесь. То есть сзади там что-то тоже проходит, но это уже, ребята, будем разбираться потом. Давайте посмотрим, что здесь написано. Вы смотрите кристаллический земной двигатель. Революционный новый лабораторный двигатель, способный изменить способ, который мир создает энергию. Вот здесь, кстати, описывается более... подробная информация, сами прочитайте. Так, 270 килограмм весит маховик, 100 оборотов в минуту, потому что акриловые вот эти вот панели, они иначе разлетятся. То есть, сами понимаете. Меня больше всего интересует, ребята, не то, что его показывает 24/7, как он сам крутится, хоть даже и без нагрузки, например, да, это на самом деле не важно. Тут важность в чем? То, что компания не боится, то, что вы скажете, вот там аккумулятор, вот здесь вот спрятан, например, да, и ой, как все испугались. Нет, они просто показывают, что мы ничего не боимся, и свободная энергия уже идет просто в каждый дом, по сути. Меня больше всего интересуют вот эти вот механизмы, как оно все здесь реализовано. Так что, если у кого есть какие догадки, как вообще эта штука вся работает, ребята, обязательно пишите в комментарии. Ссылку на трансляцию оставлю в описании. Еще, друзья, маленькая заметочка по самому генератору, да, как предположительно может вырабатываться энергия, лично мои замечания.
А поскольку я пока что ничего не высказывал по поводу этого генератора, да, как оно вообще может работать, просто, ну, реально немножко был занят не теми вещами, скажем так. В общем, посмотрим на самую левую верхнюю картинку, да, и что мы здесь заметим. Вот тут, видите, периодически круг поворачивается и что-то происходит. То есть... Представим себе, что магнит притягивается, да, то есть маховик крутится, и периодически его нужно подталкивать. То есть вот эта штука, предположительно, подталкивает маховик и поддерживает нужные нам обороты, например, да. Справа вверху камера мы просто видим, как маховик крутится. Слева внизу мы видим, как просто пол, да, ничего нету, то есть никаких проводов нету. Дальше, справа, что нас интересует? Здесь стоит... магнитная передача. Да, это магнитная передача. То есть мы на генератор просто передаем напрямую вот эту силу маховика. И у меня есть такое подозрение, что в этом-то и кроется вся фишка. То есть классные подшипники. А здесь стоит магнитная передача. Вот это вот генератор. Что вот это, скорее всего, возможно, какой-то прерыватель или еще что-то. С этого генератора идут как раз-таки провода. Вы, кстати, заметили то, что здесь нету аккумуляторов? То есть, по идее, вот здесь вот я вижу наверху никаких проводов нету. Ранее я сказал, что здесь какой-то провод типа идет, да? Ну, возможно, тут на самом деле ничего не понятно. То есть, это нужно было, чтобы как-то еще сверху, что ли, камеру сделали. Просто не совсем понятно реально, как это дело функционирует. Но так, на самом деле, здесь просто скрывать нечего. Здесь просто какой-то интересный механизм стоит, да, типа вот такая вот пластина магнитная, да, которая вот так вот просто, скорее всего, периодически отклоняется, и все. То есть тут ничего такого сверхъестественного в нем, я считаю, нету. The only difference between Model 30 and Model 32 is this Z-drive. Ну что, друзья, вот такое вот коротенькое видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и в скором времени ждите еще новое видео.